Дыхание океана и молитва Иисуса из Назарета. Сейчас я вам покажу, как я сегодня утром медитировал и душа подсказала, что нужно спеть молитву Иисуса вместе с дыханием океана. Я буду делать это так. Вдох – это вдох океана, а на выдохе я буду петь одну строчку из молитвы Иисуса, которая прозвучит на его родном древнеарамейском языке. На вдохе будет звучать 8 ударов сердца, звук S. А на выдохе буду петь на 8 ударов сердца строчку молитвы. Причем буду петь очень громко для того, чтобы улучшить и усилить кровообращение, и таким образом молитва поможет вам исцелить любую проблему. Но ее надо петь ритмично сердцу и очень громко.
талал несуно. Исцелить весь организм. Молитва Иисуса хороша тем, что она длинная по сравнению с другими молитвами и мантрами. Именно общая сумма времени, когда вы поете громко молитву в ритме сердца, позволяет быстрее исцелить весь организм, в том числе и зрение. Кстати, в самом тексте, в переводе молитвы, Иисус прямо об этом говорит. От тебя возникает всякое видение, сила и песнь от собрания до собрания. Перевод молитвы я приведу в прикрепленном комментарии.